положить профнастил на андулин. Оригинальное решение. Мне прям не терпится посмотреть, что под андулином. Ребят, друзья, альпинисты, когда собираете крышу на балконе, ставьте такие вот капельнички, чтобы металл, край крыши не резал веревки другим альпинистам, которые будут потом работать. Цена вопроса 400 рублей, 200 рублей за капельник. Здесь вот продых, подкровельная вентиляция. Здесь вот ковер самоклеющийся. Если где-то вода попадет под металл, под кровлю, то она будет по этому ковру стекать наружу. Так, я на рабочем месте, что-то тут веселое происходит. Там смотри, на последнем этаже в окне москитной сетки не зацепи, давай. Ничего себе. Забирай, забирай. Давай, давай, смелей. Что там у нас снизу? О! Чё-то не понял. В смысле? А на чем я стою? Ух ты, блин! Так это я могу сейчас провалиться прям туда. Забирай! Что еще удовольствие? Гвозди ковырять на 21 этаже. Ой-ой-ой. Мазали, перемазали. Упс. Так-то можно и наступить. Интересно, сколько раз этот балкон ремонтировали от протечек. Потому что тут разных герметиков, акриловый, полиуретановый, а это, наверное, солдал. Гвоздей нет, саморезов, чтобы не наступить. О, надежно. 87, 88, 89, здесь 86, 4 размера. Ну ладно, надо подумать. Сюрприз висит здесь. Так случайно ногой задел камень на балкон и на машины. Камень вчера убрал отсюда. Сейчас выхожу, у меня нога соскальзывает и в угол. А я камеру не хотел брать с собой. Вчера мы разобрали почти до конца крышу балкона. Как оказалось, или как выяснили, что фермы здесь в хорошем состоянии. И их можно использовать. Сколько здесь мусора, грязи и разных герметиков. Брусок я менять не буду, оставлю этот, потому что лишний раз поднимать, опускать материалы сюда не совсем удобно. Так его почистил. В принципе, хороший брусочек. Дим, дай пилу! Расстояние между фермами почти 90. Придумал такой способ, чтобы закрепить утеплитель, он не проваливался. Натягиваю везде перфоленту. Рассказываю, почему я решил так заморочиться. Не утеплить потолок снизу, поднять сверху. Проблема заключается именно в металле. Металл должен быть либо полностью холодный, либо находиться в теплом пространстве. То есть, если будет соприкосновение тепла с холодом в каком-то месте, то есть, я, допустим, здесь укладываю утеплитель, а выше идет место промерзания, металл охлаждается. Соответственно, в каком-то месте он начнет конденсировать. Там, где соприкасается холод с теплом, будет постоянно мокро. Поэтому необходимо либо утепление делать над металлом, либо под металлом. Чтобы не опускать потолок балкона ниже, мы наращиваем крышу, поднимаем. Натянул. Дальше укладываем брусочек. Один отрезанный уже есть. Набегаешься за целый день, то ноги болят.
брусок накрутил, перфоленту натянул. Так, сейчас необходимо убрать мусор, рабочее место. И можно заниматься утеплением. Ну, я по-другому никак не уберу. Проще потом поднести. В комнату закрой дверь. И вот такой вот ковер мы стелим. Гидроизоляционный. А? Нет. Нормально все. Склеится и будет нормально. Вот. А как я так просчитался-то, а? А короткий. Чуть-чуть. Да не страшно, доклею потом кусок. Так, давай рейки. Маркер сначала дай. Фух, наконец-то ходить можно. Давай. Раз, два, три. Держу. Это сюда. Это сюда. То туда. Что у нас тут получается? Вот такой край, здесь стоит отливчик. Если вода каким-то образом попадет под железо, там, не знаю, будет кто-то чистить, снег, лед сбивать, там, спускаться альпинисты, пробьют крышу, металл, и будет вода попадать под металл, то по этому ковру самоклеющемуся будет вода выходить наружу. Тут отливчик такой, ну и капать вниз. Вот он идет, межпанельный шов. Принцип такой. А если вода будет выходить из шва, она будет попадать на ковер и скатываться сюда. Крепим край, чтобы не отклеивался. Где можешь идти на крышу спускать железо. Пойдет. Листик за листиком. Так, мы считали нахлёст 3 волны. Я чуть не понял. Отрезал на 20 сантиметров меньше. Дима, приколист, не тот лист мне подал. Я меряю, мне не хватает 20 сантиметров. Уже переживать начал. Фиксируем. Там он все четко стал. Вот так. Отлично. Прям шикарно. Прям мне нравится. Здесь, да, тут запас хороший. 118,5 с выносом. С часу до трех нельзя производить шумные работы. Поэтому сейчас креплю как могу. Все это дело подгоняю. Вот, а потом после трех закреплю все перфоратором.
доска широкая, не промахнусь. Дим, ты мне сейчас подаешь лист и идешь в квартиру. Отлично, все стало. Здесь мы подгоним, зафиксируем. Дим, следи за временем. 3 часа будет, скажи. Нигде не пропустил, все нормально. Закрутил почти везде. И здесь еще. Чтоб герметик не маячил. Красным цветом закрасим его. Вот такой вот получился у нас балкончик.